Следственный комитет назвал основную причину крушения самолета в Шереметьево. Из-за удара молнии на борту отказала вся электроника. По предварительным данным, при посадке самолет несколько раз ударился о взлетную полосу и загорелся. На борту находились 78 человек, 40 пассажиров и один член экипажа погибли. После трагедии в Шереметьево долгое время не принимали рейсы, из-за аэропорта воздушные суда также не отправлялись. В настоящее время открыта лишь одна полоса. В Челябинском аэропорту были задержаны несколько рейсов Москва-Челябинск. Сейчас все рейсы выполняются в штатном режиме. В связи с происшествием в Шереметьево в аэропорту Челябинска был отменен один рейс Аэрофлота. Еще один рейс этой же авиакомпании был задержан на 1 час 10 минут. Рейс авиакомпании «Северный ветер» должен был вылететь в 5:15, однако был задержан до начала 12 часа дня.